Несколько минут назад стало известно о задержании в Грузии подозреваемого в организации убийства следователя МВД по особо важным делам. Евгения Шишкина, которая занималась резонансными экономическими преступлениями, была застрелена в Подмосковье в начале октября по пути на работу. И вот, как подтвердили нашему корреспонденту в МВД Грузии, подозреваемый задержан. Ярослава Сумбаева называют хакером, который организовал взлом сетевых ресурсов компании, продающих железнодорожные билеты. Мошенничество в этой сфере как раз и расследовала Шишкина. Сумбаев также находился в федеральном и международном розыске по делу о масштабном хищении средств с банковских карт. В ближайшее время грузинский суд рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Россию.